Здравствуйте, в эфире обзор спортивных событий. Вошли в число лучших на континенте. Прикамские спортсменки проявили себя на первенстве Европы по тхэквондо среди кадетов. Две представительницы нашего региона поднялись на пьедестал почета. Дана Конюхова завоевала серебро весовой категории до 37 килограммов. По пути к финалу она одержала победы над соперницами из Греции, Беларуси, Турции и Бельгии. А в финале уступила еще одной бельгийке. Бронзу взяла Дарья Костарева. Она выступала в весе 46 килограммов. По ходу соревнований Костарева оказалась сильнее представительниц Украины, Белоруссии и Германии. Но в полуфинале проиграла своей соотечественнице. Добавлю, что тренирует обеих Ян Конюхов. Не хватило одной до десятка. Прикамские дзюдоисты завоевали 9 золотых медалей на прошедших окружных соревнованиях. По итогам первенства Поволжья в копилке оказалось 7 наград высшей пробы. Победили в своих категориях Мария Журавлева, Антон Шилов, Артем Сапичев, Екатерина Минкина, Ольга Полыгалова, Тимофей Исаков и Валерия Тепышева. Еще 2 золота наши борцы завоевали на турнирах Центрального федерального округа и Уральского. Это победы Дмитрия Котельникова и Алексея Собянина. Они выступают в параллельном зачете не только за наш край, но и за другие регионы. Есть успехи и в плавании. В Саранске прошли чемпионаты первенства Приволжского федерального округа. Соревновались на короткой воде. Собралось для участия около 700 спортсменов. В итоге общими усилиями прикамские пловцы завоевали 21 медаль. 11 из них золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых. Добавлю, что прошедшие старты были отборочными на предстоящий чемпионат России. Он пройдет в Казани в начале ноября. В завершение мотокроссе в Перми закончились чемпионаты первенства региона. Финальный этап расставил всех по своим местам. Определились победители и призеры в непростых условиях. После дождя на трассе хватало грязи. В классе мотоциклов, с двигателями, объем которых 50 кубических сантиметров, победил 6-летний пермяк Артур Рангулов. А в классе Open лучшим стал Алексей Панков. В других категориях золото взяли прикамские гонщики Сергей Батыков и Руслан Садыков, а также Дамир Репейников из Удмуртии. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.